4 дня впереди довольно напряженных, поэтому никуда спешить не нужно, все будет впереди. То есть сегодняшний день будет уже без психов? Сегодняшний день будет абсолютно спокойный, размеренный, потому что он будет очень длинным, это самый длинный день на ралли. Постараемся не падать в темпе, но ехать может быть более аккуратно. Какое настроение за 20 минут до старта? За 20 минут до старта настроение замечательное.